Мы прибыли из Мелитополя. Это очередная поездка с новых территорий. Привезли мы в этот раз львенка, который был конфискован прокуратурой города Мелитополя Запорожской области за ненадлежащее содержание. Львенок, к сожалению, в не очень хорошем состоянии, потому что содержался в ненадлежащих условиях. Его кормили не по рациону, не сбалансированными кормами, поэтому у него не сформировались кости, у него многочисленные переломы в передней лапе правой, многочисленные переломы, свидетельствующие о том, что кости не сформировались, кости как фольга, вот, и в этом есть большая проблема. Вот, он содержался, могу предположить, в очень тесной клетке, в которой мы его забирали, высота клетки. Да, да, да. Да, да, да. Все, 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 все. Все. Все, уши прижало. Делать рентген. Ну и вообще она настрадалась очень сильно. В дороге и все. Не заводите дома львов, тигров, если не умеете с ними обращаться. Тогда не будет и у вас ответственности за то, что вы их изъяли, вот так вот довели до такого состояния, переживать не будете. И они не будут страдать.